Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Люди с этим именем любят создавать и разрабатывать системы, программы, различные проекты. Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Этим людям характерна внимательность к жизни. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе и сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях, однако в работе проявляют незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Носители этого имени честны, с ними можно вести бизнес, присуща им и определенная внутренняя гармония, соединение логики, ума и высокого трудолюбия дает отличные результаты в плане развития. Умение работать, планировать делает представителей этого имени хорошими руководителями. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Это именно прямую связано с организаторскими способностями. В мышлении у этих людей присутствует сбалансированность, предприимчивость, сосредоточенность. Владельцы этого имени гибки и дипломатичны. До мелочей продумывают каждое свое действие. Человек с гласной «Я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Значение буквы «Ф» говорит о потребности быть первым, блистать в высшем обществе, пользоваться всеми жизненными благами, всегда быть в центре внимания, но противоречивость характера мешает простодушному обладателю имени с буквой «Ф» осуществить и половину задуманного. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.